Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как сделать декоративное канапе для украшения комнатных растений у себя дома. Для этого нам понадобится фетр, бамбуковые палочки, возможно, какие-нибудь декоративные бусины, либо стразы. Это уже на личное усмотрение. Мы вырезаем из нашего фетра вот такого размера квадрат, слаживаем его вдвое. Вдвое для равномерного одинарного размера. Вырезать мы из него будем форму бабочки. В итоге у нас должна получиться вот такая форма. Теперь нам необходим розовый фетр, с которым мы вырежем уже детали для нашей бабочки. Чтобы сделать одинаковый, мы уже готовы, прилаживаем к еще неиспользованному материалу. Верхние крылышки мы тоже будем декорировать лепестками. Все, мы можем приступать к поклейке нашей бабочки. Для этого нам понадобится силиконовый пистолет. Мы вначале убираем все детали, чтобы они нам не мешали. И закрепляем шпажку. Для этого на край шпажки мы наносим силикон. И вот таким образом аккуратно приклеиваем его к середине бабочки. После того, как он зафиксировался, нам нужно перекрыть его вот таким образом тельцем, которое мы вырезали заранее. Мы наносим непосредственно на кусочек фетра силикон и перекрываем нашу шпажку. Затем мы будем приклеивать наши крюки. Убираете где-то ненужный силикон. Еще нам для нашей бабочки понадобятся усики. Они у нас уже готовы, они могут получиться из любых, в принципе, отрезков фетра. Мы приклеиваем наши усики у основания бабочки. И теперь единственное, что нам остается, задекорировать ее бусинками, которые мы заранее подготовили. В итоге у нас должна получиться вот такая бабочка, которой мы сможем задекорировать наши комнатные растения. Вместо бабочки вы можете использовать любую другую форму. Можно использовать лекало птички небольшой, либо цветка. Всего доброго!